А этого Хари Кришну, да, оно что, полный мир таких алкоголиков. Я ну там, че он там, блядь, на кого он там молится, блядь. Солнечные ванны ловит, батареи солнечные. Не-не-не, у него там тигр в руках и на коленях. Это этот Нарвисон тигр. О, святой тигр, поклоняюсь тебе. Сейчас он его будет делать искусственное дыхание. Так. А, не, или он солнечную рентгенскую ловит. Загорает, что ли? Аллилуйя, аллилуйя. Харе Кришна, Харе Кришна. Да-да-да-да. Как у тебя дела? Да вот сейчас стою, видос снимаю. Делать некуда тебе. Конечно. С работы? Да. Тихо-тихо-тихо, чувак. Солнечной ванной. Да, ну искусственное дыхание сейчас будет делать. А, я понял, он рукачу руками набирает энергетику, все. Солнце. Тебе не оставит энергетик солнечного. Да, и будет сейчас, ну, знаешь, это вот когда током, короче, ебашит по мотору, блядь. Да. Бригада, короче, этих, ну, анестезиологов в пути, блядь. Не, это реанимация тигра, короче, надо видос назвать. Да, да. Нетрадиционная медицина, а реанимация тигра. Да. Все. Блять. Погуляй по чаше по этот центральном базаре.